Жертвами землетрясения на востоке Малайзии, по последним данным, стали 19 человек. Ранее сообщалось о гибели двух людей. Судьба еще 8 остается неизвестной. Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,9 находился в 19 километрах от города Ранау. На данный момент спасатели смогли установить местоположение 189 альпинистов, отправившихся накануне покорять местный пик Кинабалу. Проведение поисково-спасательной операции значительно осложняют плохие погодные условия. Это землетрясение было самым сильным за всю историю ведущихся в королевстве наблюдений.